то Бог велико, Бог наш. Листопад дарує нам свята, без яких православній людині навіть уявити себе важко. 4 листопада – Казанська ікона Божої Матері. 6 листопада – ікона Божої Матері всіх скорбящих радості. 8 листопада – святого великомученика Дмитрія Солунського. Православні дуже почитають святого Дмитрія. Церква його називає великомучеником. Святые, которые называются мучениками, есть, которые великомучениками называются. Называются великомучениками те, которые претерпели тяжкие страдания, тяжкие мучения. Не просто как мученики они были убиты за Христа, за веру, но претерпели еще и тяжкие пытки. Их бросали на растерзание львам, их колесовали и предавали другим пыткам очень тяжелым. Святой великомученик Дмитрий сам по себе, если взять с самого начала, кто он был, откуда, он был из греческого города Салоники, Солунь славянским. И родился он в семье знатных людей, которые были, отец его был градоправителем, он был римским проконсулом, который был поставленный для того, чтобы смотреть за порядком в городе Салоники и защищать город от варвар. И также мама была тайной богочестивой христианкой. Хотя в то время и не сильно приветствовалось христианство, когда римское царство было разъяренное, потому что было очень много уже мучеников, исповедников христовой веры, и многие люди уже приходили к вере христианской. И язычники еще более были раздраженными и устраивали гонения различные на христиан. Но у родителей святого Дмитрия не было детей. Они долго молились, и он обустроил такую домовую церковь у себя. И где были иконы Спасителя и Божьей Матери, они неоднократно со своей супругой приходили туда и молились о том, чтобы Господь даровал им чад. И Господь же милосердный умилосердился на них, послал им чадо, и чадо не простое, а святого угодника Божия, который стал потом уже святым. Когда уже ребенок возрастал, более такой сознательный возраст приходил, они привели его в храм, где они его крестили в этом домовой церквушке, и рассказали ему, как его крестили, рассказали, что благодаря именно Богу он получил жизнь, они получили себе ребеночка. Дмитрий интересовался очень христианской верой, возрастал в христианских чеснотах таких. Когда он уже достиг совершеннолетия, отец его почил в Господе, и отрок Дмитрий получил хорошее образование, и позвал его император Максимиан к себе, и, испытав его знания, испытав его учение, которое он принимал, и решил его поставить на место отца проконсулом, то есть также градоправителем этого города Салоники. Когда он его поставил проконсулом, главная задача состояла в том, чтобы защищать город от варвар, и также резко стояла задача о том, чтобы если видит людей, которые исповедуют Христа распятого, немедленно их уничтожать и убивать. Дмитрий занял этот великий пост и пошел вопреки велению императора, но пошел по своему христианскому нравоучению другим путем.
Он начал в открытую проповедовать Христа воскресшего. Он начал в открытую наставлять христиан, призывать их к вере. Приводил их, многие крестились. И многие смотрели на то, какой же у них градоправитель, брали пример из него, подражая ему такой христианской жизни. Многие уже видели эти мученические венцы, которые происходили в то время на христиан, и брали пример из этих мучеников и приходили к вере. Но не прошло много времени, как узнал об этом и император, что Дмитрий не повинуется его приказу, а делает наоборот. Возвращаясь из Причерноморской битвы своей, император Максимиан Галерий решил прийти через город Салоники и навести порядок с христианами, так он говорил. Когда он пришел в город Салоники, он вызвал к себе Дмитрия. Дмитрий уже к этому времени был готов и знал, что его ожидает в будущем по откровению Божьему. Он попросил своего слугу Лупа, чтобы он продал все его имение, а имение было не маленькое, потому как и отец был градоправителем, и он был градоправителем. И раздал все свое имение нищим, нуждающимся, и сказал, что не будем собирать мы себе сокровищ земных, будем собирать себе сокровища небесные. Когда вызвал его император к себе на прием, он в открытую, не боясь никого, исповедовал Христа и сказал, что он действительно является христианином, и проповедь его была о Христе, и многих людей он привел и крестил в церкви священник. И императора это еще более разозлило, что он даже не стал лукавить перед ним, но в открытую исповедовал Христа. Сегодня тоже бывает много таких моментов, когда христиане в открытую исповедуют, что они христиане, заявляют в открытую, что они исповедуют Христа распятого. Святой Дмитрий показывает нам такой пример, не бояться всегда исповедовать Христа, а всегда чувствовать всемогущую силу Божию и поддержку Божию. Императора ожидало представление, которое очень он любил смотреть, это гладиаторские бои, которые устраивали, брали языческих великанов и брали обычных христиан, приводили их и устраивали такое сражение, и великаны эти убивали христиан. Император Максимиан очень любил это и развлекался таким зрелищем. И вот говорит, чтобы сейчас не заниматься Дмитрием, говорит, заточите его в темницу, а после этого будем уже с ним разбираться, после гладиаторских боев. Когда император выставил в бой своего самого любимого бойца, своего самого любимого громадного воина по имени Ли, и приходило множество, приводили христиан, он их всех бил на помосте, после чего скидывал вниз, где стояли копья, направленные вверх, и пронзали этими копьями христиан, убивали. Император, развлекаясь, насмехался из этого, и один человек, юноша именем Нестор, пришел к святому Дмитрию ночью в темницу и спросил у него благословения. Говорит, благослови меня на то, чтобы я пошел сражаться с гладиатором Лием. Святой Дмитрий предсказал ему, что ты победишь Лия, но вскоре тебя также ожидает мученическая кончина. В принципе, те люди, которые приходили в христианство, они уже понимали, что такое мученическая кончина, они уже знали, что апостолы как претерпели, почти все, кроме святого апостола Иоанна Богослова, умерли мученической кончиной. И он уже также попросил у Господа его заступничества и помощи его, пошел сражаться с Лием. Небольшой юноша, христианин, перекрестился перед сражением и подошел, набрался сил, исполненный силами, силой Божией, низвергнул Лия, великана, из помостя и бросил его на копья, так как он делал это с христианами. И множество народа, которые видели это зрелище, сказали: «Велик Бог христианский», потому что когда император спросил
Нестора, как тебе удалось победить такого большого человека, великана, удалось тебе победить? Он сказал, что не я, а ангелы его копьями пронзили, и Бог Димитриев помог мне в этом. Тогда император Максимиан разозлился на Нестора и отправил воинов, которые вывели его в западную часть города и усекли ему голову у золотых ворот. Разозлился также он и на Димитрия, потому что узнал от Нестора, что Димитрий благословил его на этот бой. Послал своих воинов к нему в темницу. Они вошли к нему под утро, ночью, и застали его молящегося на коленях, не встревоженного, а спокойного, не обеспокоенного, и пронзили его тело копьями. Так претерпел мученическую кончину святой великомученик Димитрий. Был умученный на этом же месте, благочестивые христиане погребли его тело, потому что боялись куда-либо его уносить, тело, но погребли прямо там на месте. Через некоторое время, уже при правлении императора Константина, была построена там часовня на этом месте. И спустя 100 лет, уже в 4 веке, там был построен большой храм на этом месте, потому что множество людей, которые приходили туда, получали исцеление. И один из вельмож, который приехал туда с тяжкой болезнью, получил исцеление. И в знак благодарности он соорудил там большой громадный храм на этом месте. Милостью Божией и меня Господь сподобил побывать там, на этом святом месте, приложиться к мощам святого великомученика Димитрия, помолиться там. И помолиться и за нас, и за нашу страну. Потому что святой Димитрий, он как раз является и покровителем славян, потому что сам он был славянской внешности, и родители его были славянской внешности, поэтому по преданию, есть такое предание, что он был славянином. Поэтому и мы все сегодня прибегаем, и церковь почитает его память, чтит, потому что он был крепким в вере, был не только крепким, мужественным воином, но был и воином Царя Небесного Христа Бога нашего. И почитает его церковь сегодня, почитает его и множество людей, и в особенности и воины часто молятся святому великомученику Димитрию. Он помогает воинам в сражениях различных. Хотелось бы, чтобы все имели такого наставника для себя, великомученика Димитрия, и подражая его житию, подражая его таким действиям, которые он при своей жизни совершал, жили также такой же крепкой верой во Христа Бога нашего.